Заместители начальника одного из сургутских детских садов будут судить за взятку в крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, с 1 июля 2018 по октябрь 2019 года жительница Сургута, отвечающая за административно-хозяйственную работу дошкольного образовательного учреждения, организовывала фиктивные торги. Это гарантировало одному из местных предпринимателей возможность поставки в детский сад мебели и игрушек. Щедрый бизнесмен не забыл отблагодарить сургутянку. Обвиняемая систематически получала от предпринимателя денежные вознаграждения. Сумма полученных взяток составила свыше 190 тысяч рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.